Николаевич. А каких родителей вы мне подарили в кино? Ширвинд и Чиурелли, мои первые кино мама и папа. Потом было много, но эти такие. До сих пор, когда Александр Анатольевич Ширвинд меня встречает, он говорит: ну что, дочь, поверьте, это дорогого стоит. Весь Неаполь знает, и Палермо знает, даже камни Рима знают, что нельзя нам друг без друга. В жизни все бывает, в жизни все бывает. Старая любовь, она такая штука. Спасибо. Ну, а мы продолжаем дальше, и ты знаешь... Ну, хорошо, подождем. Это действительно восхитительно спело. Я хотел бы сейчас пригласить на сцену